Жизненная история. История на ресурсе Танунна. В одном из штатов Судана учительница решила мотивировать своих учеников к хорошей учебе и решила в качестве подарка подарить победителю новую обувь. Детям понравилась эта идея. Все начали писать сочинения в предвкушении получить заветный приз. В течение получаса все ученики закончили свои работы и начали их сдавать. Прочитав все сочинения, учительница была в недоумении. Кому подарить подарок? И все же она решила вытянуть жребий среди своих подопечных и попросила каждого написать свое имя на бумажке. Каждый ребенок, сделав требование учительницы, бросил бумажку в коробочку. Перемешав все бумажки, учительница назвала имя везунчика – Вафа Абделькарим. Все ребята похлопали расплакавшейся Вафа и начали искренне ее поздравлять. Действительно, девочка была достойна этого подарка. Она еле как коротала дни в старых оборванных ботиночках. Но это не мешало ей быть среди самых успешных учениц школы. Учительница вернулась домой и, сидя со своим мужем, рассказала в слезах эту историю. Муж был очень рад и польщен этим поступком жены. Но он не понимал, почему жену настолько поразила эта история. Так как девочка была действительно хороша в учебе, и в классе она была единственной, у которой не было хорошей обуви. Ответ жены поразил и заставил даже мужчину расплакаться. Правда в том, что когда она посмотрела остальные бумажки в коробочке с именами, абсолютно на всех бумажках было написано имя Вафаа Абделькарим. Дети знали ее состояние и, несмотря на свою нужду, решили уступить этот подарок в пользу своей одноклассницы. Сауле Азим. Какая тихолюсяя. Жизненная история.